Какие вакансии есть в Брянске? Вот некий магазин, смешные цены. Самый центр, Третьего Национала. Предлагает вакансию. Требуется уборщица. Без выходного дня, уже нарушение трудового кодекса. Зарплата 5000 рублей. А вроде минимальная зарплата у вас какая? 10-100? Продавец, видимо, на ту же ставки требуются. То есть, кажется, в Брянске есть вакансия на 5000 рублей. Вот такие рабочие места ждут брянцев сейчас. Это улица Третьего Национала. Смешные цены, смешные зарплаты, видимо.